Славный Великой Отечественной войны. С праздником! Дорогие рижане и все, кто приехал, чтобы вместе с нами здесь побыть в этот праздничный день. Приветствую Оргкомитет Победы, приветствую вас всех и поздравляю с этим великим праздником. Война, как известно, это жестокое событие. Это безвинное уничтожение десятков миллионов людей, безвинных абсолютно. Вторая мировая война унесла такие десятки миллионов людей. Только в Советском Союзе погибло 26 миллионов 642 тысячи. Не осталось ни одной семьи, где бы кто-то не погиб из самых близких людей. У меня лично погиб любимый мною отец. Я предлагаю память о их светлой памяти скорбно наклонить головы и помнить их. Спасибо. 9 мая вместе с тем мы всегда отмечаем беспримерный подвиг всего советского народа. Фашизм громил одно государство за другим. Но здесь...